Иван Андреевич Крылов. Лебедь, щука и рак. Рассказывает Орлов Матвей. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, а только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись. И вместе трое всех в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет воду. Кто виноват из них, кто прав? Судить не нам, а только воз и ныне-то.